potentiam piterne Deus, Pitore Iose Virginis, Matris Mariae, Corpus et Anima. Ut dignum filii tui habitaculum efficimerere tu Spiritus Sancto cooperant et preparas. Deus cuius ut commemoratione letam. Eius pia intercessione ab instantibus malis et amorete perpetua libere. Periundem Christum Dominum nostrum. Amen. Гертруда. Да, моя госпожа. Как только он уедет, беги к Реми и отдай ему эту записку. Он должен обязательно передать ее господину Дебюсси. Хорошо, я все передам. Не волнуйтесь, уже бегу. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. По-видимому, наше благочестие вас не увлекает, господин Дебюсси. Коли вы одеваетесь как на бал, в то время, когда ваш король одет в грубую рясу. Ты видел, что это с ними сделалось, неужели? Покаяние так подействовало на этот сброд. Ну что вы, мансиньор? Просто они слишком хорошо воспитаны, чтобы попытаться перерезать мне горло в церкви. Для этого есть другое место и другое время. Ну ты меня успокоил, Бесси.
Монсеньор, мы вас ждем у выхода. Монсеньор, я бы хотел сказать вашему высочеству два слова. Это спешно? Очень. А не мог бы ты мне их сказать во время шествия? Ведь мы будем идти рядом. Нет, ваше высочество. Я как раз хотел просить у вас разрешения покинуть вас. А почему? Монсеньор, мне завтра предстоит принять участие в одном деле, которое, несомненно, вам доставит огромное удовольствие. Но сегодня я хотел бы удалиться в мой венсенский домик, чтобы провести там весь день в уединении. И ты не присоединишься ко мне даже в аббатстве Святой Женевьевы? Нет, ваше высочество. Ну, разумеется, с вашего на то позволения. И ты не примешь участие в шествии, в котором участвует весь двор, участвует король? Ваше высочество, я хотел бы иметь весь день свободу. Подожди, а если мне вдруг понадобятся мои друзья? Монсеньор, поскольку они вам понадобятся лишь для того, чтобы поднять шпагу на своего короля, я тем более прошу вас отпустить меня. Итак, ты покидаешь меня, своего сеньора и господина. Монсеньор, у меня нет иного господина, кроме того, кому будет обращена моя последняя исповедь. Но ты знаешь, что речь идет о троне для меня. И покидаешь меня. Ваше высочество, я для вас достаточно потрудился. И даст Бог, потружусь еще в ближайшем будущем. Но не требуйте от меня больше. Хорошо. Вы свободны. Ступайте, господин Дебюсси.